обсудим, конечно, все, что произошло в Махачкале. А я к этому отношусь, как я думаю, все вы очень серьезно. Я вижу в этом подготовку к возможным выступлениям среди радикально настроенных представителей разнообразных диаспор в самых разных городах. Ну хорошо, вот мы сейчас увидели, как за небольшие деньги, используя абсолютно понятную методологию, удалось вытащить 2000 человек, которые пошли штурмовать аэропорт. При этом, ну, в принципе, если посмотреть, ничего глупее быть не может. Куда они поперлись? Что эти шакалы, что эти шайтаны хотели сказать? Это люди, которые последователи ислама? Нет, это шайтаны, предавшие ислам. Это абсолютные шайтаны, предавшие ислам. Что говорит о евреях пророк Мухаммед, да будет благословенно его имя во веки веков? Как называют евреев? Люди книги. Как полагается к ним относить? Как полагается относить к людям, которые живут рядом с ним? Спросите каждого мусульманина, он знает. Эти не знают. Эти люди не знают священного Корана, эти люди оскорбляют ислам. Это не я так сказал. Кто я судить? Посмотрите, что говорит Бесспорно, человек прекрасно знающий ислам, бесспорно, прекрасно понимающий ислам. Абти Аронович Алаутдинов. Значит, пора с ними разбираться жесточайшим образом. Все, кто качал машину, по 10 лет тюрьмы. Вопросов нет. Каждого. Ты прикоснулся к машине, 10 лет тюрьмы. Ты выбежал на полосу взлетно-посадочную. Ты попытался что-то сделать с самолетом, 10 лет тюрьмы минимум. А иначе мы получим выступление представителей радикального ислама в Москве, Санкт-Петербурге, но уже не из россиян, а из вот охамевшей толпы мигрантов. И, кстати, я не считаю правильным, если человеку выдали российский паспорт, что это навсегда. Выступил он, член его семьи, они же получали паспорт, как все члены семьи, сказал что-то про Россию, вон из страны! Денежный штраф и вон из страны. И плевать мне на ваши. Ой, извините, то все. А то читаешь, там какой-то мигрант обещал зарезать после уроков девочку. Всю семью нахрен с елки. Если кто-то из представителей диаспоры попробует вступиться с руководителей, вместе с ними вон из страны. Не смогли воспитать, не смогли остановить, стало публичным. Вон! Что они хотели с ними делать? Растерзать их? Убить? Какую задачу они преследовали? Этот позор Дагестана! Эти люди, предавшие ислам! Это правоверные мусульмане могут так себя вести с женщинами и с детьми. Чем вы тогда отличаетесь от израильтян? Чем вы отличаетесь от тех, с кем вы пытаетесь бороться? Погромы в России. Мразь здесь только. По-другому и сказать невозможно. Мразь здесь только. Правду. Вы выступили на стороне врагов России. Вы ничем не помогли несчастному страдающему палестинскому народу. Вы никак не избавили его от боли. Но вы ударили ножом в спину России. Вы не пошли воевать с солдатами Израиля. Вы не пошли воевать с солдатами сатаны украинской. Вы бросали камни ваших сограждан в форме Росгвардии и полиции.
Почему с таким опозданием действовали на протяжении последних дней силовики и власти? Что, никто не знал, не было оперативных данных, не умеют читать интернет, не видят призывы, не видели, как пошли люди и стали проводить противоправные акции в поисках евреев в гостиницах, попытались поджечь еврейский культурный центр, дали несколько суток на разгон врагу. Это преступная халатность. Погоны должны лететь. В тюрьме должны сидеть те, кто это допустил. Лишиться своих должностей и званий. Вылететь с работы. Элементарное проведение профилактических мер. Видно было, как действовали эти 2000 человек, внутри которых было несколько десятков организаторов. Не было никакой проблемы их локализовать до, провести задержание этих работающих в интересах иностранных спецслужб. Заигрывали с шайтанами. Некоторые наши даже государственные СМИ умудрились назвать их протестующими. Кретины типа Маркова, абсолютный враг России, преступник, позволил себе опубликовать следующий текст. Дагестан. Никакого мини-погрома в аэропорту в Махачкале не было бы, если бы российские власти дали мусульманам России в Махачкале и в Ростове, и в Москве, и в Питере спокойно организовать митинги в поддержку палестинцев и против Израиля. И была бы Махачкала в одном ряду с Парижем и Лондоном. Нельзя запрещать людям выражать политическую позицию слишком. Опасный дегенерат! Подлец, подонок Марков, требующий немедленного обращения на него органов правопорядка, пытающийся очевидную провокацию, о чем сказал президент Российской Федерации, иностранных спецслужб, в частности, украинцев, представить в виде митинга в поддержку палестинцев мирного, что кто-то запрашивал в Махачкале, пытаться прикрыть откровенную деятельность иностранных спецслужб якобы мирным митингом в защиту палестинцев. Кретин тупой! Тебе обращаюсь, подонок, выполняющий услужливые интересы иностранных разведок. Начни слушать президента Российской Федерации. Пойми хоть что-то. Ты! Каким образом это, по-твоему, могло помочь палестинцам? Мини-погром, захват аэропорта, важнейшего объекта инфраструктуры в Дагестане. Ты кретин, пытающийся скрыть откровенную провокацию иностранных спецслужб якобы мирным протестом. Пора создавать СМЕРШ или давать полноту власти для борьбы в нашей стране со всеми подонками и мерзавцами, обслуживающими иностранные спецслужбы, либо за деньги, либо по собственной глупости и неуемному тщеславию.